Дорогие друзья, коллеги, уважаемые студенты, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, Днем студенчества. Желаю, чтобы мы ценили с вами простые радости в виде того, что можно заниматься очно, в виде того, чтобы сдавать экзамены практически очно. Для авдиковцев праздник – это учеба, потому что здесь особая атмосфера, особый мир. Что можно пожелать людям, чья мечта, в общем, уже сбылась? Вы стали студентами ВГИКа, лучшего в мире учебного заведения. Конечно, педагоги в той же степени устают и, может быть, расстраиваются, когда у вас что-то не получается, и родители. Так что это общий праздник, в котором есть смысл поздравлять каждый год, что я и делаю. Это праздник окончания сессии, начала каникул, свободы, радости. Желаю вам всем, чтобы вы были здоровы. Это одно из самых главных пожеланий для всех, для нас сегодня. Хочу пожелать вам стойкости, мужества, терпения, усердия. И, конечно, знаний, знаний и знаний. И мы победим. Желаю вам не разочаровываться в вашей профессии. Радостной учебы, завершение ее и реализации себя в избранной творческой профессии. ВГИКовцев поздравляю с тотальным днем. Здоровья вам и успехов. Цените то время, которое вы сейчас проживаете. Потому что студенческое время, оно, конечно, одно из самых счастливых, хотя и одно из самых сложных. И не забывайте обращаться за помощью к нам. Особенно к нам, педагогам и студентам сценарного факультета. Всех Татьян с Днем Ангела, а всех студентов с Днем Студента. Ура! Я из Ливана. Я очень рада, что я поступила именно во ВГИК, потому что тут я познакомилась с разными людьми с разных стран, и с творческим их познакомилась, и с их культурой. Мы очень счастливы здесь учиться, в этом вузе, и жить в этом стране. Во ВГИК я приобрела для себя семью, друзей, это для меня как дом. Я из Боснии и Герцеговины и учусь во ВГИКе. Я желаю всем хороших оценок. Мы желаем всем быть умными и мудрыми, как мы. Я из Италии. Я поздравляю вас с Днем Студента, поздравляю моих одногруппников, поздравляю мастеров. Я желаю, чтобы пандемия закончила, чтобы никто не болел, потому что это очень грустно. И самое главное, чтобы вы получали удовольствие от своей профессии. Спасибо ВГИКу за возможность быть его студентом. И я очень счастлива, что есть такое место, которое дает мне шанс развиваться в профессиональном плане. Я желаю всем хорошей сессии, хорошо снимать кино, и крепкого здоровья. Снимайте кино, самое лучшее. Надеюсь, вас увидят всех вживую скоро, потому что мы сейчас занимаемся дистанционно. Это такая грустная ситуация для всех. И, в общем, учиться во ВГИКе — это прекрасно, это замечательно. Я думаю, это место объединяет всех творческих людей, единомышленников. И это место мне подарило опыт на съемочных площадках, который для меня очень важен и нужен. Это невероятная возможность попробовать себя в киноиндустрии и выйти из ВГИКа профессионалами. Но знаете, в чем фишка ВГИКа? В том, что вот это ВГИК, а вот это весь мир. И весь мир объединяется в одном вузе, во ВГИКе. Благодаря ВГИКу я познакомилась с разными интересными людьми, режиссерами, операторами, сценаристами, актерами. Друзья, поздравляю вас с Днем Студента. Желаем всем наслаждаться своей профессией. С Днем Студента, ВГИКовцы! Дорогие студенты, товарищи, сегодня официальный день невысыпания, нехватки одного дня к экзамену. Поздравляю вас, дорогие друзья.
Ура! Дорогие студенты, дорогие гиковцы, поздравляем вас с Днем Студента! От имени всего нашего факультета анимации и мультимедиа и, конечно же, от всех студентов из Узбекистана. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляю всех с Днем Студента, желаю всем сдать хорошую сессию и не болеть. И также я хочу пожелать всем здоровья, хорошего настроения и успехов творческих. Поздравляем всех студентов с праздником! Feliz Día de los Estudiantes! Sreća vam dan studenata! Šnura voš u sa novi or! Hea tutenki päeva! Shishun dia kvailo! Gakusei no hi, omedetou gozaimasu! Yom talibe said! Ciao a tutti e auguri per il giorno dello studente! Öğrenciler gününüz kutlu olsun! Mutlu yıllar dileriz! Başarılar dileriz! Saygılar bizden ve sizden. Уважаемый Владимир Сергеевич, дорогие студенты в ГИКа, поздравляем вас с этой знаменательной датой. Вот уже более 200 лет День студента является для всей молодежи, для всех учащихся вузов самой долгожданной и незабываемой датой. Почему? Потому что в этот день можно на один день побольше отдохнуть. Но самое главное, я вам всем желаю, во-первых, удачно сдать сессию. С днем студента, ребятки! Лучших вам учебных моментов и самых крутых впечатлений по жизни! Будьте счастливы и любимы! И дарите те же эмоции дорогим и любимым людям. Уважаемые коллеги и студенты, мы хотим поздравить вас с очень красочным и насыщенным днем, Днем Татьяны, то есть Днем Студента. Мы считаем, что ГИК – это лучшее место, где вы можете провести свои студенческие годы, получить образование и встретить новых друзей. Творческих взлетов вам, побольше вдохновения и, конечно, успехов в учебе. Имя чудное Татьяна. Если вам, друзья, не лень, празднуйте победу знания именно в Татьянин день. С Днем Российского Студенчества! Студентов всех сравни, прекрасней всех они. Кто все три тура сдал, тот в мир кино попал. В ГИК, в ГИК, в ГИК. В ГИК, в ГИК, в ГИК. Мы любим этот труд, ведь здесь таланты ждут. Кино, волшебный сон, ах, сладкий сон.